Всем привет, вы на канале Максим Шоу. Максим Шоу. Макс 456, и сегодня у нас новая игруля. King of Fist, ну или Король Воров, или сокращенно просто Кот. Давайте, нам нужно назвать нашего нашего воришку. Так, как мы бы его назовем? Мы назовем его просто. Мне надо подумать. Ну, почему бы и нет? Да что такое-то, блин? А почему бы и нет? Пусть Погба. Будем будет фанат футбола. Проснись, пора выбираться с двери быстрее. Нажмите, чтобы начать. Персонаж бежит автоматически. Ну, вроде бы понял приблизительно, как проходить. Берегись ловушек. Долбимся башкой. Так, так, так. Все, я понял, как надо правильно проходить. Фига себе тут уровни, блин. Подземелья какие-то. Нравится еще, это же твой новый дом, да ладно. Броскуэйтинг. Погоди. Да блин. Ну ладно, тут, короче. Поняли, что. Да, блин, я хочу посмотреть, кто там на первом месте. Алло. Подземелье Поль Погба. Чтобы снова стать королем воров, тебе понадобится драгоценные камни. Да, блин. Камушка у меня нету. Да, господи. Как же все не любят. Согласитесь, когда ты уже не все знаешь, когда ты уже многое знаешь. Понятно. Когда ты уже многое знаешь, ну, в смысле, либо все знаешь, либо многое знаешь. Тебя достают с этим обучением. Блин. Я что-то лоханулся. Оп, оп. И я в тотемчике. Три звездочки мне дали. Дали 5000 монет и камушек не выпал. Я все равно его заберу. Опасно было. Так, эти драгоценные камни что-то ты можешь улучшать их с помощью стафика драгоценные камни слоты. А. О. Прикольно. Знаешь, в чем загвоздка с ритуалами? Им нужно время. Нужно расставить ловушки, чтобы твои камни было сложнее украсть. Сюда. Сюда. Шахта с денежкой. Что такое? Что такое? Кто опять? У меня тут ремонт, нечестно. А, ну типа ловушки у него есть, он троллит. Да, верни камень. Камень вини. Вини. Верни. Верни камень, засрака. О. Ай! Да блин. А, тут я понял. Я же еще его не 100% возвращаю. Фу. Вернули. Ну, наверное, тут обучение тут сделали 100% шанс. Все. Отстаньте от меня своим. Две пилы, 42. Да ёк, макарёк. Ну ладно, зато камушек стал сильнее. Эй, зубик пропал, зубик. Зубик там пропал. Да ё-моё. Ты можешь от меня отвалить, а? Не пытается тотем разрушить, смотри. Наверное.
У меня плохое предчувствие, то, что у него все зубы пропадут, он сломается нахрен. Ты можешь от меня отвалить или нет, а? Так, надо переместить сюда куда-нибудь. Да ёк, макарёк, отстань! Чё? Чего? Я не играл. Пацаны, я честно говорю, я не играл. Как мог кто-то за меня играть, когда мне тут не было? Ну ладно. Стоять! Стоять, стоять, стоять. Так это и... Ты просто двое меньше наград получаешь. Если ты из первой линии четвертой. А так можно даже на 10-м месте побыть, и ты все равно кубок получишь. Ну, так неинтересно. Так, пошли грабанем кого-нибудь. Грабаул, караулят. А камня малого нет, так что там? Нет то. Нет. Нет. Это сложно что-то. Что за вот этот красный чудик? Так, тут я тоже не знаю. Ну, вот это можно попробовать. Так, 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 так. О, у меня тут зелье есть, смотри. Отключить ловушки. Так, зелье банда воров. Хопа, хоп, хоп, хопа, хоп. Гоп, 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 чида, гоп. И ключи вернули, денежки есть. Все круто. Так, ей, камень еще стырили. 285, нормально так. Интересно, будут такие тотемы с двумя дырками или тремя? Да, блин. Только, о, 570. Так. Ищем дальше. Нет. Души из замков, блин. Тут только начал человек, тут не то. Вот, ну такой. Есть. С первого замка. Хоп. Хоп. Е. Блин. Ладно, всего лишь один камушек нам не дали. Так, а что это там такое фиолетовое появилось на этом круге? Что это такое? Плюс 10. Да блин! Ай. А у нас еще один камушек. Я уже на 7-м месте. Да, там уже и до 4-го недалеко. Да. Я хочу завершить. О, ну да, я был прав. Он развалится, развалился. О, прикольно. Так. Ну, тут 5 зубиков. Так, так. Ух ты, какой крутой камень у нас получается. Ух ты, мне, смотри. Так, а там же бесплатно было. Ладно. Можем ускорить, не проблема. И у нас камень 1455. Что за листик, что за горка? Что это такое? Сейчас нам этот Джеффри все расскажет. С этого момента за каждый завершенный ритуал ты будешь получать волшебный предмет. Понятно. Так, а чё, какие троны? О, фига себе трончик. Отважное сердце. Прикольно. Наверное. Вот, естественно, все хотят король королей себе трон. Или хотя бы гильдейский трон. Погоди,
Наверное, провидец. Потому что тут гильдейский трон. Выиграйте в любой арене корону, чтобы получить этот трон. Это еще лучше пропущу. И что еще? Да пока все. Ай, начинаются всякие предложения. Отстань меня. Я бы сказал, то, что у меня такое сложное проведение, хотя... Наверное, кто-то да нибудь. Хорошо, понял, что я хотел сказать. Если нет, то сорян. Камень 2505. Горка. Листик себе медали. Так. Украсть 2000 золота. На каком я месте? Да отстань ты, расти. 2600-700. У меня 2505, вы чё? Короче, он до пятого еще не дошел. Пошли, стырим что-нибудь. Нет. Точно нет. Точно. Ну, нет. Не знаю. Нет. Нет. Ладно. Просто мастер зла мне. Вот это что такое. Дю, не ешь меня, я тебе песенку спою, если я прошел. Flawless victory. Все круто, безупречно, один ключ вернули. И камень я не получил. А я хочу еще раз, а если я хочу еще раз? Блин, зря попытку потратил. Ладно, а мне ключи вернули. А нифига себе, у меня 20 ключиков. Такой. Ну ладно, придется смотреть. Хотел нажать, чтобы не успелось обрезать, но, увы, не успелось. А что, так можно было, что ли? Ну, ладно. Ну теперь, ну у меня теперь этот открытый костюм. А вот пора какой-то сильный вор. Ну-ка, что выпадет какой-то коричневый шарик. Звезда сферу Боба работает. Биты отбивает сферы. Ну окей, побегаем пока так. А я пошел пока камни тырить. Так, не то. Ой, не-не-не-не-не. Еще камней нету. Заметьте, пропуск стоит деньги. О! Там камушек больше 300. Так, я этого красного чудика боюсь. Но меня подземелье стоит. Ну блин. Еще раз давай банда воров в удвоение. Так. Шкеримся. Все, пройдено. У-ху! Да, еще. А какой мне камень дадут? Блин, мне не тот камень дали, мне его даже не дали. Да блин. Еще раз. Нет. 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 Вот давай вот здесь вот. Да блин, то как так-то? Минус 4 ключа. Фу, все. Пройдено.
Эти сундук можно перепрыгнуть сундук? Интересно посмотреть будет. Пожалуйста. Есть, мне наконец-то дали камень 285. Ладно. Хоть какой-то. Что это было? Меня повысили, что это? Ух ты ж, ёк, макарёк. 4185 и какой-то он с рамочкой. Все это один камень. Ладно. На четвертом месте уже. Фига себе. Фига себе крутой. Пошли дальше тырить камушки. Ё-моё! Хочу. Если я хочу, значит я хочу. Нет, сраный ты чудик. Да блин. Так, ждем. Яса! Хорошо. Без ключей остался. Ну да ладно, я хочу этот камень. Пожалуйста. Игра. Пожалуйста. Тупая игра. Ну ладно, зато ключи есть. На новый такой камень. Ну вот, хотя бы такой. Страшно! Страшно! Немножко криков тоже не помешает. Да, конечно же, мне надо дать другой камень. Точнее, не дать мне камень, подразнить. Просто. С первого же ключа. Доу! 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 Что за вот эти зеленые штучки? Да ладно! Да ладно! Так, и какой камень у меня получится? 6720. Давай. Я магнат камней просто. Мне опять горшку дали. У меня уже тотемик ломается. Ну ладно. Так, нет. Нет. Тут вообще непонятно, как попасть туда. Нет. Ко мне нет. Ну, давай попробуем это. Что за... Непонятное подземелье какое-то. Очень изичное. Пожалуйста, игра, дай мне камень, пожалуйста. Нет. О, да. Я иду за тобой. Ехать, он тут. Нормально. Всё. С первой попытки прошли. Ключи должны вернуть все до единого. Я закрыл глаза, я не вижу. Да! У-ху! Да, детка! Та-та-ра-тан! 11815! Ё-моё! Это же супер камень! Я на втором месте! Я вдруг смотрела недавно, как играл у него там... ну, это давно было, правда. Переезжаем дальше. Тут тотемчик с полный зубов. Турнир? Какой турнир был? Короче. Ты от меня можешь отстать? Не хочу сейчас. А ну-ка, я хочу проверить. Тунь-стунь, ну да, жестковато будет.
Я обосрался. У меня там сейчас зарядка от удлинителя мамина упала. На пол, ну, естественно, в полной тишине. О, блин. Я уж хотел сказать, о, прошел. Но нет. Блин, это муха вообще имба. Кто она такая? Есть. Пройден. Так. А можно еще для ней? О, вообще теперь невозможно пройти. Так, отгоняем муху. Как все интересно. Ждем, пока это красное чудило уйдет отсюда. Блин, и пушка, и муха. Слушай, тут жалко то, что тут надо два раза это аж на это подземелье пройти, чтобы его сохранить. Что оно очень сложное. Да блин, красное чудило. Может, муху убрать? И без нее трудно. Ай-яй. Ну. Очень сложно. Оп. Оп. Обводим муху вокруг пальца. Ай-яй-яй-яй. Я прям впритык с патроном бегаю. Есть, я прошел. Но это первый раз я прошел. Это хреново. Так, бежим, бежим, бежим. Как я этот первый раз прошел? Блин, это жестко. Как я в первый раз это прошел? Ай, нихт понимает. Блин, муха. Муха, цокотуха, прозолоченное брюхо. Йо! Жопа горит! Кто-нибудь потушите мою жопу. Так. Потом еще раз. Блин, она вылетела. Бабка ушла на охоту. И как я это сделал? Я сейчас это второй раз не повторю. Все, бежим! Бежим, бежим! Бежим от режима! Как я это прохожу в первый раз? Почему прохождения у меня отличаются? Скажите мне на милость. Так. Запомнил план действий. Пока что. Муха, отцепись от меня! Это было опасно. Так, бежим, 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 бежим! Ну, первый раз я прошел, а второй я уже не пройду так. Так, сюда. Сюда обводим это. Ай! Да блин! Я думал, я сейчас туда запрыгну, а он, блин, об угол ударился и в другую сторону пошел. А вот так вот, смотри, можно еще. Заманиваем муху сюда. Вводим ее вот так вот. Вот так вот перепрыгнуть. Надо... Погоди. Надо попробовать хотя бы вот так вот сделать. А то он очень уж медленно двигается из-за того, что он аж до сюда доходит. Йоу. Йоу. Патрон-то я спасся от всех вот этих вот напастей. Нет. Нет. Так. Да, блин. У меня взгляд отведен на пульку с этим красным чудиком, а тут такая муха появляется. Я такой, да блин, да откуда ты тут взялась про себя? Как же сложно. Я трачу время на то, чтобы, блин, пройти свое собственное приземление. Давайте я пока это на паузу поставлю. Я наконец-то прошел, это было долго. Нет, трон я не буду лужать, я хочу костюмчики. Так, давай посмотрим, хотя бы какие костюмчики-то есть. Та-дам. Что это такое?
Ну так я как бы игрок Google Play, я чё, нет. Так, три листика. Король сюда. Горка, горка. Мороженщик. Ну чё такие фиговые костюмы-то? Хотя бы давай судьёй победим, что ли. Вперед за камнями. Нет, 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 нет. Вообще тут дома нету. Нет, нет, нет. С первой попытки. О, у него шлейф есть. В виде молотков. Молотков. Ну, это я уже знаю, как проходить. Супер, а какой ты мне камень дашь? Синенький. Ну да ладно. Так, а если бы смешать эти камни? Какие-то мне еще эти дают. Нет, я не хочу, я не хочу, нет, 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 я не хочу. Я не хочу отправлять его в сокровищницу, нет, нет, я не хочу никуда отправлять, нет. Нет. Да нет, я не хочу. Я не хочу, нет. Нет, я не хочу, ну ебанс. Не просто, как сейчас помню, что сокровищница, у тебя камень пропадает, ты оттуда ее достать не сможешь, но у тебя... Типа рейтинг будет. Я хочу этот камень. Ну хотя, блин, ладно. Я не хочу его туда затаскивать. Зачем вы что это сделали, блин? Да пофиг то, что мне тут надавали. Тут грустно теперь. Ну что это такое? Что за камень? Блин, а они еще, блин, какие-то. Я хотел его просто еще больше увеличить. Мне не дали. Будем искать, у кого там камни с рейтингом за 300. Не-не-не-не-не, 6 замков, я сюда не пойду. Так можно вообще лохануться, блин. Пять замков вскрыл, только пятый, блин, был правильный. И дали камень. Камень дали. Камень дали, камень дали, камень дали. Да, стой, да, меня! Камень дали. Нет, не дали. Да блин, 6 замков, я не хочу ключи драть. Нет. Нет. Ух ты, денежки тут, но тут есть немножко денежек. Зелье.
Давай, отключи наушники. Не здесь надо подземелье, я с первой попытки его прошу. Ну да, согласен, я зелье отрубил, но... Зато я получил деньги. Немножко денежек тоже не помешает. Наконец-то я нашел. Так, что-то, ну как же мы любим сообщения во время записи. Изи. Как говорится, изи. Изи физи лемон квизи. Ну-ка, блин, не тот камень, ну ладно, хоть какой-то. 245. Но мне нужен второй камень для ритуала. Да пусть золото тырит, мне не жалко. Мне просто тут говорят то, что если я не буду делать эти ритуалы, когда меня не будет в игре, у меня могут стрелять золото. Ну, в принципе, мне золото не жалко. Чтобы мне вот туда немного запихнули. Так. Ну, конечно же, надо с последнего замка только открыть. Конечно же. Чё-то тоже изи. Ладно, мне сейчас верну ключи все. 6 ключей. Сюда. Есть камушек. 606. Шесть. О, грибочек можно получить, но грибочек не дает. Ну ладно. Погнали. О, май гад. Погоди, так я что-то, по-моему, был уже. Очень все знакомо, отключение ловушки. О, это все. Это изи. Типа мне отрубили красного чудика, это все, это изи. Итак, я опять закрою глаза. Вы, наверное, ну, я не знаю, кто-то видит это или нет. И камень не выпал. Я нажимаю раз, еще разок. И он мне выпал! Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can no more. Да, дух пенен со мной. Я создал этот камушек. Ну-ка, опять листик. Ладно. Больше не спрашивайте. Что это такое? Что за вопросик? Оу. Оу. Арена корона. Ну-ка. Да, так это же я слышал. Точнее, видел. А что за новые катакомбы? Непонятно. Ладно, не будем рисковать. Лабиринт. Ну-ка, что это такое? Что такое лабиринт? Короче, будет правда лабиринт. Правда, непонятно когда. Как туда попасть будет. Но пока что на этом все. Мы поиграли в новую игрушечку. Ну, для меня не очень новую, а для вас новую. В общем, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Смотрите мои видео, А то мне грустно заходить на свой канал, а там и видеть на видео то, что там нету просмотров. В общем, чао.